Здравствуйте, меня зовут Гульнара Бадыганова, мне 59 лет, я из города Алматы, представительство КЗА-59, я из команды Алии Сапашевой. Недавно мне повезло, и я приобрела уникальный аппарат термоинфракрасный массажер. Я сделала его сначала себе, потом своей маме, ей 82 года, у нее высокое давление, варикоз на ногах, и она перенесла инсульт. Ее сестре 78 лет. Она также страдает от высокого давления. Ее сбила машина несколько лет назад, и после этого у нее появились частые головные боли. Я сделала им только один массаж и хотела поделиться результатами. А, мутная, да? Бывает. А не должна быть, да? Это шлаки, токсины, соли. Поэтому и давление у нее. Сколько отложений солей? Вот это чуть майнор, посмотрите. Она же худенькая, маленькая. Да. Видите, а у той женщины так не вышло. Желаю всем приобрести этот уникальный аппарат не только для себя, но и для своих родителей, чтобы наши родители как можно дольше прожили с нами. Желаю всем вам здоровья и встречи на дне здоровья.